Сегодня в 10 вечера по всей стране пройдет акция «Фонарики Победы». В память о погибших в войну и о тех, кто ушел от нас в послевоенные годы, зажгите свечу или экран мобильного телефона, подойдите к окну, и пусть свет, померкший для них когда-то, загорится вновь. 9 мая в 10 часов вечера зажжем фонарики. Пусть каждое окно города Чебоксары озарится сиянием в память о погибших в Великой Отечественной войне. Мы не можем выйти на улицы и встать в ряды бессмертного полка, но светом покажем, что мы вместе. С 9 мая в 22 часа акция «Фонарики Победы». Мы вместе, несмотря ни на что.